Всем привет! Сегодня мы будем рисовать совушек. Это простой дизайн, который сможет нарисовать любой, даже человек, который не умеет рисовать. Я уже заранее нанесла на типсу белый гель-лак и теперь рисую веточки, на которых будут сидеть наши совушки. Возьмем первый типс и начнем рисовать девочку. Ярко-розовый гель-лак я смешала с белым и для начала рисуем голову. Потом рисуем тело. Берем черный гель-лак и немного оттеняем веточки. Берем светло-коричневый и начинаем прорисовывать крылышки. Сверху нашей сове добавляем голову и ушки. Белым гель-лаком прорисовываем лапки. Сушим. Далее ярко-розовым, в который мы не добавляли белым, рисуем половинки глаз. Этот будут веки совы. Просушиваем. Далее черным рисуем ее глазки. В уголках глаз добавляем ей реснички. Реснички я рисую совсем сухой кистью. Белым рисуем клювик и ставим зрачки. В наш коричневый подмешиваем немного черного, чтобы он был темнее, чем основной цвет. И ставим галочки на теле совы, как бы рисую перышки. Наша задача не нарисовать реалистичную сову, а сделать ее мультяшной. Желтеньким закрашиваем клювик и лапки. Если где-то вдруг что-то не получилось, вытрите кисть от гель-лака и тихонечко подотрите. Гель-лак отлично убирается. Черным прорисовываем, если вдруг где-то куда-то заехали, и лапки. Далее розовым рисуем цветочки на дереве. А ярко-розовым рисуем сердечки. Добавляем зелени в наше дерево. Черным добавляем прорисовку листочком и ставим ярко-розовым серединки нашим цветкам.
По аналогии я уже нарисовала мальчика нашей совушки. Вот такие симпатичные птички у нас сегодня получились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!